Приветы из Москвы, из плена. Сообщение от военнопленных моряков привезли их родственники, которые сегодня вернулись из Москвы после очередного суда над украинцами. На железнодорожном вокзале столицы их встречала корреспондентка UATV Ольга Волынец. Оля, доброе утро. Какие еще новости от родственников? Какие у них настроения? Доброе утро, Наталья. Действительно, мы находимся на железнодорожном вокзале. Сейчас стоим на третьей коле. Сюда в 9:54 прибыл поезд Москва-Одесса. И привез он нам родственников украинских политзаключенных, украинских моряков, которые сейчас находятся в Лефортово. В Москве встречали их очень много журналистов. В общем, весь вагон, это последний вагон поезда, это были родственники, мамы, папы, сестры, братья, бабушки украинских моряков. В Москву они ездили на заседание суда. Напомню, что 17 июля Лефортовский суд им продлил содержание по страже еще на 3 месяца. 15 июля они были включены на обмен, поэтому родственники в списке на обмен, поэтому родственники как бы надеялись на то, что они смогут уже приехать домой со своими родными. Но такого не случилось. Успели они увидеть своих родных по несколько минут в коридоре суда и в суде. Сделали по несколько фотографий. И вот что они нам рассказали. Все хотят домой. Все хотят домой. Очень. В зале суда мы могли перекинуться несколькими словами. Сказали, что живы-здоровы. Мы сказали, что очень их здесь ждем все. Родные рассказывают, что эти дни были очень насыщенными. С утра суды, потом встречи с дипломатами. Говорят, что ведутся переговоры об обмене. Говорят, что их сыновья ведут себя очень достойно и считают их героями. Предлагаю послушать. Дали возможность поговорить, в этот раз немного дольше, потому что в прошлый раз не давали даже дотронуться. Надеемся, что при помощи международного давления их отпустят. Я, конечно, с ним пообщалась. Я с ним пообщалась, обняла его, поцеловала, поговорили с ним. Рада, что удалось в этот раз. Мама одного из моряков, Олега Мельничука, Лариса Мельничук, рассказала, что ее сын, когда ее видел, спросил в шутку: «Мама, а ты привезла мне сладости?» И она, конечно, сказала: «Да, сын привезла», а он в ответ сказал, чтобы она передала слова благодарности всем, кто их поддерживает. Говорит, что очень много писем приходит, некоторые дни им приходится отписывать около сотни писем, потому что их очень ждут, все поддерживают, и они передают слова благодарности. На этом у меня все. Студия. Спасибо, Оля. Ольга Волынец на вокзале встречала родственников украинских заключенных моряков, которые приехали из Москвы. Родные прибыли на заседание суда, рассчитывали привезти вместе с собой уже своих сыновей. Вместо этого пообщались с ними по несколько минут в коридорах. Очень рассчитывают на помощь дипломатов.